Хей, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется, я не знаю, почему она, Chicken Assassin Reloaded. Чтобы вы понимали, это кликер. Давайте посмотрим, что здесь у нас вообще есть. Ну, нам предлагают идти в битву. Ладно, давайте сначала сразимся, потом все исследуем. Бойцовский клуб. Полетели. In the fighting ring, McAllister caught the innocent affections of Candy and fell in love. А в бойцовском ринге мистер Элистер встретил эффективную конфетку и сразу же влюбился. After she blew that kiss, suddenly everything became clear to Dr. Spritzel. Тут же она послала поцелуи, думая become clear, чтобы очистить, чтобы вернуться и очистить доктора Спритцела. Отец, он в плохом, нет. Непонятно. Короче, какие-то подземельные игры, романтика и еще что-то. Мистер Алистер жизненно необходимо. Forever. Навечно. Или возвращение. Forever. Да. Короче... А, да, кликать. Давайте посмотрим, что здесь у нас вообще есть в округе. Какой-то челик внизу, что-то там написано. Призрак. Автобот. Меня, короче, инспектор... О, я Хагрида видел. Так, это мой лут, это мой инвентарь. А ну-ка, если выйду, хорошо. Так, у меня 0 душ. Да, это у нас души. А, здесь я могу зарабатывать валюту. Так, сундук какой-то есть. Макрос. Ну, музыка такое, вам скажу, неплохое. Что интересно, здесь пасхалки есть какие-то? Ну, это может быть на что-то отсылка. Я там Хагрида, кажется, видел. В бойцовском клубе. Так, что здесь вообще есть? Давайте смотреть. Так, максимальное ХП увеличивает. Увеличивает атаку. Закрыто, закрыто. Оружие есть. Инвентарь, крышки, либо могу купить еще место. Это типа задания, да, которые я могу выполнять? Подожди, я еще что-то выполнил. Так, апдейты.
А, четвертый уровень нужно, чтобы открыть дальше улучшение. Так, подожди, что еще могу здесь сделать? Что за ящик? Так, инвентарь нужно обширить. Просто камень. Очень каменный. Типа, я это мог продавать, да? Верните доктору обратно. Бочка. Стандартная бочка в локациях с деревьями. Ага, мне дали... Я понял. Ну, я давайте атаку увеличу. Что дали еще? Так, инвентарь. Сел. Апгрейд. Ага, это типа облики. Total 0 из 0 из 30. Что здесь есть? Просто самолюбование, короче говоря. Я могу еще один открыть. Окей, остальное я пока что не могу. Это я сколько могу вещей поставить только, да? Вуденный клаук. Блин, а жалко, что нужно будет посмотреть. Может, есть русская версия, тогда я уже русскую версию начну играть. Криты увеличит. Атака 3. Атака 1 на какой уровень? А, шестой уровень надо, нихера себе. Давайте пробовать еще раз. Так, сразу делаю тройной клик. У меня ж Блади, могу себе позволить. Где Хагрида видел? А вон он с топором, видите? Меня сейчас скокнут. Так, давайте смотреть. Вон Хагрид, видите, с топором ходит. Ага. Блин, да, здесь нужно инвентарь полностью расширять. 50 сразу получаю. Ой, точно, у меня тройной клик. Шестнадцать, восемь. Я могу этот взять. Unlocked, закрытый.
Расти Хук. Давай возьму. Да, не позволяет мне. Короче, нужно полностью инвентарь улучшать. Короче, здесь за один удар, да, дуется? Так, это что мне дает? Инкрадев. А, броню. Броня тоже неплохо, вам скажу. Броня тоже неплохо. Что я еще не забрал? А тут что я не забрал? Странно. Хотя видно, что я здесь все забрал. А, ну, забрал. Странно. Так, апгрейды. Инвентарь. Покуплю еще до места, наверное. В смысле? А сюда я не могу, типа, поставить? Походу не могу. 40. Тогда я это ставлю, эти продаю. После чего мы покупаем ящик. Я получил пистолет. Так, инвентарь. Бай-бай. Апдейты мне не нужны сейчас. Мне лучше, конечно, ящик улучшить. Атака 2 и криты. Так, пистолет дали. На какой? На 9. Сколько урон? А, так, 4 только. Продать, 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 продать. Так, 1,5. Типа то, что я то, что выгодно, беру себе. Все, sell, sell. Sell. Перчатки мне только одни надо. Это те я только одни могу взять. Ладно, апгрейд. Продать, продать. По апгрейду, что я могу апгрейнуть себе? О, нифига себе. Шанс артефактов. Максимум. В смысле, оно. Хотите сказать, мне будут заодно давать две? Нет.
Как было, так и осталось. А ну-ка. Все равно херню ждают. Разве нет? Так, херня. Криты и хп. 3 и 5. О, что новенькое? Замечу, что я просто в плюс выхожу еще. За счет того, что я покупаю и продаю. Почему у меня левел сундука не улучшается? Ладно, что здесь у нас есть? О, очки мне открылись. ХП 3%. Ага. 3% ХП, 1% деф, 1 крит и ХП. Но броню мне еще нету, поэтому так. Один крит. ХП вот эти-то, значит. Ну, поехали. Чувствую, эту игру можно очень быстро пройти, на, в какой-то степени. Ой, я уже прошел до автобуса. Grand Chase. Что, пойдемте далее смотреть? Spritzel's henchman took Candy away on a speeding bus. That means the Callister was not far behind. Интересно, это о том, о ком я думаю? Но на заднике я такого ничего не вижу. А код может быть отсылкой на этого, как он называется. Ой, я уже не вспомню. А что значит 9 из 20? То есть мне в какой-то степени нужно только до 10-го, да, дойти? Ну, смотрите, кошак здесь есть. Короче, ясно. Инвентарь, что мне дали? Ой, перчатки, мол, открылись. 3-2. Продать. Окей, тогда что мы делаем? Обогрейдимся. Обогрейд. Сундук. Может, мне что, под мой уровень дадут? Один. Один-один. Подожди, 2.10. Продать. 3.10. Одна атака. Ну там типа ХП дается. А пускай будет атака. Продать.
продать. Но если так смотреть, я почти в выгоду не выхожу. Мне бы, конечно, деньги пофармить. А давайте я все-таки в клубе доиграю. До последнего, до 20-го. Что будет? Так, японцы пошли. Так, последняя волна, да, опасная здесь. Марин легко. Все? О, нихера мне тут оружие дали. Так, ну сколько он? 16, та же самая. А, подожди. Это 18 будет стоить, это стоит... Что еще есть дешевле? Сколько это стоит? 200! Нихера себе! Заебись. Тройной клик. Вот что значит тройной клик. Что здесь нужно сделать? Defeat 50 боссов. Ну я ж убиваю и так боссов, нет. Не, мне нужно открывать. Ладно, еще один открою. Не хватает как раз оружия или деф хп. Теперь инвентарь. Ебать, я... оружие продал, охуен. 2.20. Крит либо атака, к примеру. Нет, сорян. 4.20. Сел. Апгрейд. Так, новенькое. Что там новенькое? Так, 2.1.1.1. 2.1.1.3. Все еще это выиграют. Тут 4. Вот это пускай будет.
Бац. Сел. Как я понимаю, пока что я уровень не смогу, да, прокачать? 3.20. Ничего уровень вообще прокачать не могу. Слушайте, давайте тогда... Хотя здесь очень, мне кажется, короткая игра, возможно. Хотя нет, нихера она не короткая. Погнали дальше. На наш поезд. Вот единственный минус, что в начале легче из-за того, что ты хпшку поднимаешь. Ну, у тебя из-за уровня апа хпшка поднимается, а тут уже все. Главное успевать застрелить. И нужно запоминать, кто быстрее прибежит к тебе. О, что-то новенькое. Хватит ли мне 200 хп? Не хватило. Жаль, а там по херне осталось хп. Так, давайте, короче, его, так сказать, о, подожди, я уже это мог поставить, 3.20. Так, продать, 6.25. Подожди, 4.20. Тут криты. Так, здесь... Так, хорошо. Апгрейды. Так, криты. О, сундук мог улучшить. Что вы от меня хотите? Вот стрелочка как... Теперь я понял. Окей. Так, 6.3.
дадим. Атака 1. Вот здесь лучше, конечно, хпшка пускай будет. Апгрейд. Лучше урон. Так, 3 хп. Пускай это будет 2-1-1-3. Так, это еще выиграет. 4-1. 3-5. Здесь спор. На ламп, пускай этот будет. Черный рынок. Что у тебя тут есть? Майонез. Фанни. Короче, мне нужно поймать майонез, чтобы обменять их на душу, да? И опыт. 10%. Так, 4.40. Хорошие вещи. Подожди, отсюда, да, у нас майонез падал? Не, отсюда, походу, майонез не падал. Я не хотел... Ладно. Ладно, погнали биться. Потом пойдем в гетто ихне. О, замечу, я когда убиваю, я хилюсь. Нет, показалось. Или нет, кажется, да, я получил майонез. Главное убивать, я успеваю. Не, на этот раз я выиграл. Тогда у меня оставалось сколько? Половина хп от всего. Так, я получил лопатку, там еще что-то. Выход. Давайте смотреть, что я получил. Замечу, что я получаю довольно хорошее оружие. 50. Sell, sell, sell. Семь и один. Я не знаю, что лучше. Один деф или криты? Думаю, криты лучше. Так, окей. Thank you.
Так. У нас 4 штуки. Браво, Херс. Так, вони ХП Believe, 50% за Deafening Crashes. Upon killing, can your animal have you change, do you restore ХП? Нет, все-таки да, пополняйте немного ХПшку походу. Так, черный рынок. Вот котел у нас улучшение. О, теперь я по 2 получаю. А, так я еще и просто получаю. То, что он сам бьет. Хм, ну ладно. Давайте тогда я посмотрю, что у нас за вещи, и будем заканчивать. Так, 1-4. 4-1. Пускай лучше будет урон. 2-1-1-3. Пускай 4 будет. Черный рынок. По идее, должен был открыться. Ладно, давайте на этом закончим. Как раз черный рынок в следующей серии будет готов. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.